Председатель Мажилиса жестко раскритиковал министра Капарова. В ходе обсуждения Нурлан Капаров, представляющий законопроект, неоднократно просил помощи своих сотрудников при ответах на вопросы депутатов, а также забывал вопросы народных избранников. Законопроектом предусматривается перенос сроков ввода штрафных санкций, а также снижение ставок штрафов за сверхвыбросы. Подробнее расскажет Бауржан Шаяхмет. Спикер Мажилиса сделал публичное замечание министру Капарову. Чиновник, представляющий законопроект, так не смог внятно и подробно ответить ни на один вопрос депутатов. На некоторые из них даже просил отвечать своих подчиненных. Однако данные министра не совпадали с цифрами его помощников. Разрешите, чтобы мне вице-министр помог? Можешь сразу сюда, вице-министр? Пожалуйста, Камбарусов, да. Что там, директор департамента теперь? Нет, до помощников дойдем. Разрешите помощь? Пожалуйста, включите помощь. Такой подход Капарова к своим обязанностям спикер Мажилиса посчитал безответственным. Нурлан Джамбулович, надо готовиться. Из доклада, содоклада вернее, депутата Капеля, видно, что все вопросы ясны, ответы на них есть. Другой вопрос, что докладчик слабо владеет материалом. Это же публичное выступление министра. Приходите в парламент, на этих вопросах сидите. Владеть надо, чтобы ответы были. Поэтому ко второму чтению прошу вам и вашей команде подготовиться. И на заседаниях рабочей группы, и на заседаниях комитета, и в особенности, что касается пленарного заседания. Спасибо, до свидания. Ну что это такое, слушайте? То не понимают, то помощники отвечают. Совсем уже. Законопроектом предусматривался перенос сроков ввода штрафных санкций. Принятие этих норм позволит не взимать с промышленных предприятий начисленные штрафы за прошлый год. Эти штрафы составляют около 240 миллиардов тенге. Бауыржан Шаяхмет, Ганизат Оспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.